Да, я, ребят, прошел эту ночь, е-бой. А где Чика? Ну чё, ребят, всем привет, вы на канале Corn Six, и сегодня у нас Five Nights at Freddy's. Да, все в эту игру играли, я уверен, а если не играли, то просто знают ее. Что ж, я когда-то на канале уже, кстати, играл эту игру, но это было настолько давно, что уж я уже не помню. Так, ну чё, погнали. Новая игра. Так, новую игру, ну да, я же не играл. Я сейчас, ребят, только сейчас впервые зашел. И даже, короче, не заходил еще в игру. Фуф, ну чё, погнали. Надеюсь, вы приготовили там чаёчек, покушать что-нибудь, потому что ролик будет, ребята, очень интересный. Так, вот он, старый добрый ФНАФ. Я могусь, кстати... Так, ну давайте камеры посмотрим. Вот они, наша любимая троица, Фредди, Бонни, Чика. Так, здесь что у нас? Ну, как видите, вот эти столики с шапочками день рождения. Вот здесь у нас Фоксян. Так, здесь должен был быть Бонни. Ну, короче, старый добрый, ребята, ФНАФ. Возвращаемся в прошлое мы. Так, к сожалению, у меня на английском игра, не на русском. Хотя, мне кажется, если оригинал, то тогда, наоборот, лучше. Хотя, о каком оригинале может идти речь, когда я скачал игру с Гугла? Так. Я, конечно же, не донатил, чтобы ее купить. Так, здесь, как видите, можно посветить. Дверь закрыть. Но я пока что делать, конечно, не буду. Смотрите, там есть вот эта шкала, которая определяет, ну, типа, использование, usage. Видите, я вот так вот делаю, все, капец, он дофига энергии будет тратиться. Мне уже 90 энергии, а только 12 часов ночи. Вот это плохо, конечно. Нужно поменьше вот это использовать все. Главное вот сюда смотреть. Там в основном Чика будет, Бонни в первой ночи. Ну, первая ночь вроде должна быть легкая. Хотя я не мог даже ее пройти, когда сам проходил. Да и не только сам, и с друзьями. Да, здесь прикольно. Самая первая игра франшизе ФНАФ. Да. Опять же, ну, пока что не двигаются. Вот где-то в 2 часов ночи они начнут уже немножко активничать. Вот Бонни прям будет прям быстро передвигаться. Вот здесь, окажется, нужно будет дверь потом закрыть. А Чика, она как-то... Так-так-так, все на месте, отлично. Вот Фредди, он вообще не будет вроде двигаться, хотя я не помню. Короче, ну вот Фоксян, он уже где-то вроде как на 3-й ночи уже появляется. Я этот, сейчас ориентируюсь по своей памяти. Если вдруг что-то сказал не то, то напишите в комментах. Там, на какой ночи появляется Фокси. Здесь, кстати, можно вот так, видите, двигать вот так быстро, хоп, хоп, и так медленно. Не знаю, зачем так сделал, но прикольно. Можно этим пальцем вот так вести туда-сюда. Так, уже первый час ночи, они пока что стоят на месте, скоро будет вторая часть ночи. Не часть, а второй час ночи. Вот на кухне, как всегда, почему-то камера закрыта, не знаю почему. Там, видимо, сломали или чё. Чика, наверное, бросила туда сковородку и разломала камеру. Хотя она пока что на месте только стоит. Так, ну... Все пока что стоят на месте. Ребят, поставьте лайк и подпишитесь на канал, потому что... Я стараюсь реально над каждым роликом довольно сильно стараюсь, поэтому от поддержки, конечно, не отказался бы. Так, опять же, они стоят все на месте. Вот, все, 2 час ночи, ребят. Вот сейчас уже они начнут немножко двигаться. Фуф. Так, я готов. Хотя я, не знаю, ну, давно не играл вообще в ФНАФ, очень давно. Так, пока же стоят, вот это хорошо. Так. Ладно, давай отключу, давай лучше трогать вообще ничего не буду. Вот потом уже начну немножко уже нормально пользоваться. Так. Все. Так, пока что месяц, отлично. Постараюсь как можно меньше использовать эту энергию. Кстати, можно вентилятор как-нибудь отключить? Она же тоже вроде энергию тратит. Ну, в 3-й, 7-й части она там энергию тратит. Да ну ё-моё, они до сих пор на месте стоят. Что за... дела. А, кстати, у меня всего лишь 67%, смотри, энергии. Почему так? Не знаю, у меня вроде все двери открыты. Уже, блин, наверное, скоро 3-й час ночи будет, они все еще на месте стоят.
Так, я надеюсь, я не скачал версию с Гугла, где аниматроники вообще двигаться не будут. Так, ну ё-моё, чё они на месте стоят, я не пойму. Уже третий час ночи только что наступил. Они там на месте все еще стоят. Чё за дела? О! Ребят, все, они начали двигаться. Вот только что, смотрите, Бонни только что пропал. И где он сейчас, смотрите, он находится в комнате, где вот эти все маски. Все, короче, ребят, пошло-поехало. Началось. Так, у меня 53%, но в принципе нормально. Так, так, так. Где, смотрите, Бонни уже здесь. То есть, когда он будет здесь, я сразу же... Где он? Ребят, я не вижу, он там стоит? Да-да-да, он там стоит. Там его рука видна. Вот когда он будет здесь, я сразу же возьму и... Так. Закрою дверь на в крайний случай. Боже, у меня галлюцинации какие-то. Ребят, проблемы. У меня жесткие... Так-так-так. А, Бонни здесь. Ладно, давай пока что открою дверь. А то так энергия закончится уже. Так, Чика. Ребят, Чики нет. А где Чика? Так, ну, Бонни здесь. Что-то я не пойму, что происходит. Вот здесь никого нет. К счастью, там Бонни. А где Чика? Она, скорее всего, на кухне, да? Здесь Фредди, отлично. Да-да, вот слышишь звуки посуды. Вот Чика, она там, фуф. Ох, блин. Да, конечно... Не так жестко играю в FNAF, но попытаюсь все-таки первую ночь хотя бы пережить. Хоть как-то. Так. Ладно, все, трогать ничего не будем. Давай посветим. Когда уже будет 5. Так. Ребят, Чика там. Она прям близко. Так, Бонни где? Отлично, Бонни немножко отошел назад. Ребят. Ну, Чика здесь. Ну, лучше я дверь открывать не буду, знаешь. А Бонни здесь, окей. 5 часов ночи, 26%. В принципе... нет, так делать не буду. Я хотел сейчас двери закрыть. А где Чика? Понятно. Бонни, он же был капец далеко. Почему я... Боже. Да, нафиг из меня, конечно, вообще топовый. О, боже, я сейчас капец обосрался. Если вы тоже испугались, ставьте лайк. Боже. Так, ну, походу, ребята, скачал немножко другую версию, как видите. А, продолжить? В смысле? Короче, первую ночь я, походу, ребята, продул. Ну и ладно, фиксим. Погнали вторую часть. Ну чё, как видите, я уже во второй части. Кстати, я скачал очень старую версию. Как видите, здесь даже... Как-то все, не знаю, непривычно, что ли. Короче, вторая часть, как видите. Здесь у нас новые Той Фредди, Той Бонни, Той Чика... Короче, все новое, обновились. Хотя для вас, наверное, в одном ролике сразу две части довольно необычно. Ну, как видите, да, реально. Так, кто-то мне опять звонит. А, нажмите здесь, чтобы использовать... Окей, все, как это убрать? Как... Да ё-моё, я уже знаю. Короче, можно маску надеть, как видите. И вроде как... А, нет, смотрите. Вот раньше в старых версиях... Так, давай потише поставлю. В старых версиях FNAF 2 там было вот так вот. Ты одеваешь маску, и там, может, было определенное время находиться. Я помню, еще тогда играл.
Реально такое было. Да. Так, есть, как видите, музыкальная шкатулка. Маринетка потом будет убивать нас. Если, конечно, я не заведу шкатулку. И вот это наша, как всегда, любимая троица. Как вот это сообщение вот этим? Вот здесь тоже есть свет, только нужно не нажать просто, а зажимать прям. Да. А, кстати, где наш этот балумбой? Вот есть вентиляция. Короче, здесь никаких дверей нет, здесь чисто свет и маска. Да, вот так. Здесь что у нас? Какие-то надписи. Да ё-моё, а чё ты меня перебиваешь? Чё, соревнуешься со мной, что ли? О, Piper Pills. Уважуха. Так, вот здесь у нас что? Ничего нету. А, вот Блумбой, который будет потом нашей батарейки красить. Это, конечно, бесит. Так, ну опять же, здесь, конечно, вначале никто не будет появляться, а уже на где-то третий или второго часа ночи уже начнется полная жесть. Я даже первую ночь не могу пройти. Не то, что, блин, остальные. Здесь, как видите, везде вот эти вот шапки денежденовские. Везде подарки, всякие шарики. Реально день рождения, походу, конкретно праздновали. Вот только если вы знаете сюжет FNAF, вам навряд ли покажется это веселым. О, Мангол! Ну чё, привет? Развальная там лежит. Хотя я так и не понял, кто сломал. А, кстати, есть тоже энергия, что ли? Я только сейчас заметил. А если энергия закончится, чё? Чё будет? Я вроде никогда не видел, чтобы... Чтобы что? Чтобы закончилась энергия. Разве что батарейки забирали. Но это совсем другое. Так, ладно. Кстати, еще там будут, короче, аниматроники двигаться. Но помимо их, там еще и старые аниматроники. Они где-то находятся... не знаю, где. Вот где-то... Опа, смотрите. Вот здесь уже нужно заводить шкатулку. Все, уже маринетка, получается, у нас активизировалась. Вот где-то была камера с старыми аниматрониками. Да, вот. Вот здесь, как видите, старые Фредди, Бонни, боже, без половины лица. Так, маринетку. Надо запомнить, на какой камере находится маринетка. Вот камера 11, отлично. На камере 9, как видите, той аниматроники. Вот здесь у нас, ну, вначале вроде бы сломанные аниматроники вроде вообще ничего не делают. А, кстати, Блумбой. Надо за ним тоже, надо будет... следить. Так, а где он здесь? Отлично, здесь. Короче, все вот в этой части. Камера 10, камера 11. Так, заводим. И камера 9. Самое главное. Так, если еще буду сюда светить. Если вдруг я услышу смех, то все, ребят. Считайте, я остался без фонарика. Потому что вот эта тварь мелкая сможет мне в любой момент украсть батарейки. Конечно... Вот этот фонарик мне не особо прям нужен. Но, блин, без него как-то не комфортно, что ли. Так, вот эти троицы, слава богу, стоят на месте. Уже 3 часа ночи, а ничего не происходит. Ну, здесь как и в первой части. Наверное. Так, где стоят на месте. Давайте заведем шкатулку. Здесь, видите, вот этот... Вот эта коробка, из которой... Все, ребят. А, вот... Короче, Блумбой начинает двигаться. Ой, боже, какой Блумбой? Той Бонни. Так, Блумбой на месте, к счастью. Вот это тоже заводить. Потом будет той Чика двигаться, возможно, еще той Фредди. Так, у меня уже 50% заряда закончилось, как видишь. Это не к добру. Так, ну чё вы там? Той Чика на месте. Маринетка, не уходи, вот тебе... Шкатулка, музычка. Позже он будет идти сюда, а если сюда будет идти, то все, можно... Нужно уже надевать маску. Я играл в FNAF 7, и там, конечно... Если честно, там намного легче. Потому что там много аниматроников, и они все ослаблены. А здесь они прям... Как видишь... Ну, довольно опасны. Так-так-так. А мне интересно, что будет, если зарядка закончится? От батареи. Так, все. Посидим пока что. Вот здесь посветить можно будет. Вот здесь будет Чика или здесь, не знаю. Вот вроде бы вот здесь. Ребят.
Чё за жесть? Одеваем маску. Той Чика стоит. Ну чё, привет? Вроде как, я читал где-то, она сверху... Ой, спереди атаковать не будет на меня. Одеваем маску. Блин, там какая-то жесть происходит. Я, во-первых, я не могу использовать фонарик. Во-вторых, передо мной сейчас Чика стоит. В-третьих, я не знаю, ребята, где Бонни, Той. Знаете, почему не знаю? Потому что, блин... Оп. Потому что я не могу посветить, я не знаю, где он находится. Так. Там было, ребят, 5 часов ночи, возможно, я смогу все-таки пережить это. Пожалуйста, пусть будет 6 часов ночи. 6 часов ночи, пожалуйста. Умоляю вас. Так, давай, давай, давай. Блин, воскресный знак появляется. Все, одеваем маску. Боже, я сейчас у меня сейчас капец страхово. Пожалуйста, пусть будет 6 часов ночи. Я так вас прошу. Давай быстрее, время. Я могу как-нибудь ускорить время. Я могу управлять временем. Пожалуйста, ну хоть одну ночь. Первую часть не прошел, но давай хоть здесь. Все-таки, ребята, придется. Одевай маску. По идее, сейчас я должен успеть. Давай. Я должен успеть. В принципе, я там довольно много завел. В маске нахожусь. К счастью. Так, ну давай. Ну что так долго, ё-моё? Да! Я, ребят, прошел эту ночь, е-бой! Фуф, это было жестко. Хотя я практически остальную часть времени просто просидел в маске, несмотря на это, все же прошел ночь. Да. Оказалось, вторая часть оказалась намного легче, чем первая. Хотя, может, мне повезло. Ладно, давайте продолжим в следующей серии. Спасибо большое за просмотр, вы были на канале Corner Stick, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кстати, есть плейлист с хоррор-играми, зайдите на, в описании, там будет ссылка. Все, ребят, всем удачи, не болейте, всем пока!